Я поздравляю Московскую филармонию с таким славным юбилеем – 90 лет. Это не только юбилей филармонии, это юбилей всей отечественной музыки, потому что история Московской филармонии – это, по сути дела, и история отечественной, а отчасти и зарубежной музыки за 9 десятилетий. На концертах, организованных филармонией, блистали все наши самые знаменитые отечественные и зарубежные исполнители. И многие творцы музыки тоже благодарны Московской филармонии. Меня связывает династическая любовь с Московской филармонией. К одному из прошлых юбилеев мне подарили, найденный в аналах филармонии, потом этот снимок был в буклете воспроизведен, где мой папа, тогдашний профессор Московской консерватории, в 43-м году открывает концерт в концертном зале имени Чайковского. Родители меня водили из зала Чайковского и в залы консерватории. Ну а потом, помню, как с трепетом я выходил на сцену, предваряя концерты наших прославленных и молодых исполнителей. Так что юбилей Московской филармонии – это и юбилей всей страны, всего нашего искусства и очень многих из нас.